Здравствуйте, доктор Давид. Спасибо большое за вашу работу. Ребенок наш очень изменился, особенно с самого первого сеанса. Он нас стал лучше разговаривать, стал спокойнее, больше находится в теме. Вот. Часто отвечает на вопросы, типа, поставленные. Сам уже пытается что-то рассказать, какие-то рассказики может сочинять. Вот, ну, у нас уже прошло 5 сеансов, и на этой неделе у нас есть много положительных сторон. Он сам построил башню из кубиков, мы играли, и сам предложил построить, пригласил в игру, построил башню и показал ее. Собрал из 6 кубиков. Затем он стал спокойнее на этой неделе, меньше плачет, меньше капризничает, лучше принимает свою сестренку. Когда она капризничает, он реже пытается ее ударить или кричать в ответ. Чаще стал вести себя как взрослый. Когда сестренка капризничает или плачет, он может улыбнуться и уже не закрывает уши, как раньше. Потом стал лучше аппетит. Несколько раз на этой неделе он самостоятельно поел ложкой. Ну, правда, не всю еду съел, но уже начал есть ложкой. Вот. Также он, Тимур, повторяет движения за взрослыми из мультиков. Повторяет танцы под музыку, вот. Также один очень положительный момент был, он стал больше идти на компромисс. У него есть такая любовь разбрасывать какие-то предметы, крышки. Вот, он прям достает полку из шкафа, разбрасывает все. На этой неделе он согласился взять все в пакет. Я ему сказала, давай соберем все в пакетик, подчинился, собрал. И еще другой момент был, я ему сказала, давай возьмем пакет и понравившиеся тебе крышки там или игрушки, ты их соберешь и возьмешь с собой. Тоже согласился, раньше это никогда бы такое не прошло. Он устроил истерику и плакал, а тут он взял то, что ему нравится, и довольный ушел. Спасибо огромное. Это результаты, которых мы не могли добиться много-много лет.